«Восхищение тишиной» – так называется персональная выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Олейникова. Она открылась в выставочном центре «Галерея». Знакомые слова и мелодия этой песни в полной мере отражали атмосферу выставочного зала. Владимир Олейников – творец настроения. Все его работы, будь то графика, живопись или акварель, выполнены в свойственной только ему самобытной манере, с большой любовью изображая красоту. Как поймать вот эту неуловимую нотку? И здесь действительно есть, можно говорить в терминах музыки, нотку вот этого мимолетного настроения. Это «Бухта Валентин», вот эта работа, и последняя, там жесткая более. То есть я всякий раз ищу образ какого-то мотива. Если образ здесь чисто непонятно, снег, притом хрупкий, почему она названа «Хрупкая красота», то здесь хотелось именно серебристость, вот именно береговых скал. Красота – это самое главное и первое проявление человеческих чувств. Вот это и есть, понимаешь, вот, если человек это умеет проявлять, умеет включиться в этот вопрос, ну прекрасно, что ему еще надо? И он по жизни идет, в первую очередь осуждая, не материальную сторону рассматривает, а именно духовную. У Владимира Олейникова 45 лет творческого стажа и 15 тысяч рублей пенсия. Нельзя сказать, что его талант остался незамеченным. Его знают не только в городе и крае, но и во всей России. Его картины выставлены во многих музеях мира и хранятся в частных коллекциях. А он продолжает жить и творить в нашем городе. В этом году принято решение о присвоении ему звания почетного жителя Артемовского городского округа. С этим событием его поздравили пришедшие на открытие выставки. Официально выставка посвящена Дню города. На ней представлены 27 акварельных работ и 14 графических. Немного, но каждая картина – как яркий образ уходящей натуры. Хрупкая красота окружающего мира, сила таланта и мастерства художника и философа. Чувства, запечатленные в художественных образах, и ответы на многие вопросы. Художник должен объяснить свои чувства. Когда он не может объяснить, о чем думает. Многие из скромности, многие из неумения, многие от нежелания. Естественно, когда спрашивают, я стараюсь всегда ответить. Но я люблю хорошие вопросы. Выставка продлится 3 недели. Любой желающий может посетить галерею, чтобы посмотреть на работы великого мастера Владимира Олейникова, чье творчество, без сомнения, учит не только видеть красоту, но и умению послушать тишину. Александр Наточев, Денис Наддельный, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента».